У нас суббота, семейный шопинг. Продукты покупаем на рынке. Мы шли, и вот смотрите, что встретили. Это такой свечкомат, или как это сказать. В общем, автомат, в котором вы можете купить свечу, чтобы поставить ее на кладбище. Я вам говорила, что в Польше кладбище очень часто находится в самом центре. И я так понимаю, что это делали для того, чтобы как можно чаще посещать своих родственников, своих близких. То есть бабушка идет на рынок и по дороге ставит свечку. Это ничего страшного. И поляки очень часто ходят на кладбище, не так, как мы, раз в год, когда поминальные дни. Очень прикольная идея, кстати, с таким вот свечкоматом. Боже, как они его любят. Игнаша высмотрел дедушку. Захар, пожалуйста, не надо махать этим мечом. Мама же слов не хватает. Не знаю, как себя держать. Да. О, дедушка не видит. Сейчас мама ему позвонит. Дедушка не видит машину. Эй! Увидел наконец-то. Обожаю дедушку, обожаю Игнашка. Показал комар так, кроху. Вот что происходит, когда человек купит вкуснейший свежий хлеб, настоящую свежую ветчину, невозможно сдержаться. Хорошо. Приехали в Икеа купить Захарчику письменный стол. И, как говорится, мама, я в раю. Рассматриваю разные варианты дизайна. Не то, чтобы мне хотелось что-то изменить, но интересно быть в теме. И вот для тех, кому нравится темный интерьер, такой немножко сырой, строгий, мужской даже, можно сказать, то прикольно. Ковер что-то как-то не в тему, если честно. Вот это кресло мне нравится уже несколько лет. Еще никак не уговорю Тома, как купить. Помните, я много раз вам говорила о том, что у поляков балкон – это зона отдыха. И вот гляньте, небольшая площадь, да, очень уютно. Можно и пообедать, и вечером посидеть. И если нужно, даже что-то поставить вот на такую полочку. Очень стильно, скромно, со вкусом. Или вот идея того, как можно обустроить совсем маленькую кухню. Бывают же квартиры, знаете, там по 30 с чем-то метров, где-то скорее кухонный уголок. И вот Икеа — это то место, куда можно заглянуть за хорошими какими-то решениями. Очень много всего зеленого. И вот это, я так понимаю, холодильник. Вот. Между прочим, Икеа сотрудничает с известными брендами, Whirlpool и так далее, и они для них делают технику. Как-то общались, когда выбирали себе что-то. Просто по дизайну они отличаются, но технологии те же. Или вот светленькая такая кухня. Совсем в другом стиле, правда? Ого, сколько всего наставлено. Ну, конечно, очень крутые дизайнеры работают в Икеа. Каждый найдет что-то для себя. Сам так не будет. Можно купить для обмена. Ох, как мне нравится такой зеленый цвет. Когда захотим что-то изменить, то переделаем все на бело-зеленое. Если планируете освещение и вам нравятся такие лампочки или вот такие, да, помните, что они вообще не дают освещение, это просто чисто как элемент декора. Поэтому планируйте основное освещение и вот это в качестве каких-то акцентов. Потому что я уже раз совершила такую ошибку, и как бы очень сложно было все это исправить. Мы планировали купить один письменный стол, но Игнаш закатил истерику, и я решила, что Игнашику тоже придется купить большой рабочий стол. Тьфу, этот письменный. О. И теперь у нас две коляски. Икеа – это зло, я должна сказать. Я шучу, обожаю этот магазин, но я, по-моему, устала. Реально очень устала уже. Верните меня домой.
сегодня мы едем к тете Анетке на обед, она нам что-то вкусненькое приготовила. И папа нарядил Игната. Девчонки, я долго выбирала, какую же обувь взять малышам. Я пришла к выводу, что все-таки Reebok или Nike, или Puma, ну, неважно, какой бренд у нас нет любимого, самые лучшие. И у нас есть магазины, которые называются Martis или как-то так. И там можно их купить чуть дешевле. Ну, знаете ли, Анетка меня прям шокировала, накрыла тут такой элегантный стол. Она сейчас немножко меняет интерьер, ей это очень нравится. И, кстати, она мне писала, что заказывала вот этот набор на 6 персон из Алиэкспресс. Я попрошу у нее ссылку, очень красивый, эффектно смотрится. Прям все так подбирала, она готовила какое-то мясо в красном вине. Не могу дождаться, мы специально не завтракали, чтобы вкусно поесть. Вот видите, немножко так, как в нашем стиле, да? Анетка просто вдохновительница. Мне самой хочется сейчас же отправиться на кухню и что-то приготовить. Мне прям стыдно, что за последнюю неделю я ничего такого вау не сделала. Это мясо в красном вине, салат, пока что не знаю с чем, но я люблю все зеленое. Это картошечка, я сейчас захлебнусь собственной слюной, я вам клянусь. Это картошка в сметане, сверху Анетка еще положила чеддер и все это запекла. Это соус из маракуйи и ананаса, и мальчишкам, если они вдруг не захотят такого, есть такой картофель, Анетка сделала, как это можно, клёцки, вот, наверное, так это называется на русском языке. И Анетка еще сделала сырник матча. Я просто... в восторге. Все, садимся кушать. Ой, очень приятно. И какая посуда, обратите внимание, какие тарелочки красивые. Как остатнее, как мне еще подобало остатнее, я хочу через то место. Ого! Какие рыбки! Сейчас они приплывут, наверное, да? Хаски! Хаски? Хаски! Хаски, какой красивый! Ого, вы видите, какая огромная там плывет? Мальчики, вы смотрели, она притаилась. Вот тоже. Смотрите, как прикольно. Можно наблюдать за рыбками. Детишки в восторге. Мне самой интересно, честно говоря. Мы остановились покушать в этом ресторане. Мы уже здесь были. Он в таком гуральском стиле. Здесь действительно вкусно. Так что перекусим и идем в горы. Интерьер здесь, конечно же, в гуральском стиле. Мальчики пошли искать какую-то площадку для них, чтобы чем-то заняться, пока нам будут готовить обед. Мы, кстати, когда-то на Новый год приезжали в такой ресторан. Очень интересно было. Красиво здесь так. Смотрите, какой дизайн интересный. Здесь, конечно, каждый пытается чем-то удивить, чтобы привлечь клиента. Куриный бульон и вообще супы подают в таких красивых мисочках. В Украине тоже часто можно такое встретить. У меня детская порция, между прочим. И у мальчишек тоже. Здесь для деток вот такая чудесная площадка. Мы сейчас на втором этаже. И зачастую, когда какой-то банкет, то здесь все сидят, а внизу танцуют. Вот. Очень яркое солнце сегодня. Мы специально проверяли погоду. Так, немножко прикрою солнце, а то совсем слепит. Сейчас надо поскорее накормить малышей и едем гулять. Из того, что можно вкусного съесть, это котлет дробёвым. То есть такая, как отбивная в кляре, но еще и с панировочными сухарями. Это просто какой-то декор, без понятия, что это может быть.
желтая. Томека капуста засмажана. Я такое не умею делать. Котлет с хабовым, то есть традиционное польское блюдо. Вот это тот же, это такая же отбивная, как я только что рассказывала, только из свинины. А у меня драники. Мне лень саму их делать, в ресторане они недорогие, поэтому наслаждаюсь. И здесь еще салатики для мальчиков. И, кстати, мне нравится, когда в ресторанах можно купить не какой-то там сок, который производит Coca-Cola, а свежевыжатый сок или от местного производителя. Мы остановились на минуточку в Юргове. Это очень классная небольшая местность, тоже в районе Закопаново. И когда мы с Томиком только начинали встречаться, мы сюда часто приезжали, потом как-то забросили это дело. Вот это конюшня. И когда у хозяйки не было мест, мы ночевали вот там, лишь бы только здесь остаться. Нам здесь очень нравилось. Хозяйка классно готовит. Я не знаю, возможно, они сейчас построили какой-то новый дом. Но раньше она говорила, что у них 3 дома в планах. Здесь красивая река, прогуливались. У них... В этой местности, кстати, тоже есть подъемники. И вот здесь место для гриля, для костра. Жарили с Томиком колбаски. Господи, сколько воспоминаний всяких. И вот, наверное, с малышами тоже сюда приедем скоро. А вот домик хозяев в таком типичном гуральском стиле. А вот с этой стороны будет виднее. Дом для гостей. У них вообще очень недорого можно снять жилье, ну, в смысле, комнату. Они говорят, что сейчас поделали там душевые, ну, то есть со всеми удобствами. Так что приедем обязательно. Только посмотрите, какой захватывающий вид. И звуки природы, между прочим. Надеюсь, вам тоже слышно. И зимой, и летом, и весной. Каждый раз приезжаешь сюда уже который раз подряд, и так, вау, многое зависит тоже от погоды. Когда пасмурно, то, конечно, немножко по-другому все выглядит. Хочется, чтобы у YouTube появилась новая функция, чтобы можно было передавать еще и ароматы. Запах природы. Вообще класс. Здесь очень много людей. Многие с детьми, с колясками, с рюкзаками для детей. Ну, потому что трасса такая нормальная, можно сказать, легкая. Занимает она всего 40 минут до костела, еще 20 минут до поляны. Еще час можно идти дальше. Но, наверное, мы с малышами не пойдем, так как Игнашка уже попросил, чтобы его взяли на руки. Ой, вот иногда бывают дни, знаете, когда все чудесно, они не капризничают, и как-то так успеваешь отдохнуть. А иногда тебе приходится еще постараться настроиться на тот самый отдых. Когда приезжаешь в такие места, то понимаешь, что в первую очередь ты уже настолько устал от вот этой коммерции, от какого-то постоянного марафона. Ну, а коммерции я в том плане, что ты живешь в квартире. Даже если это твоя квартира, то тебе надо платить за коммунальное. У тебя какие-то там обязательства заплатить, не знаю, бухгалтеру или еще кому-то. Я говорю сейчас конкретно о себе. Потом тебе надо купить что-то покушать. Надо не забыть о том, что домой нужно купить какие-то расходные материалы, там, туалетную бумагу, что-то для уборки и так далее. Я уже не говорю о детях. Приходишь в детский сад, вроде как заплатил за месяц или там за два. Тебе говорят, нужно это купить книжки, хорошо. Потом ты приводишь ребенка на дополнительное занятие. Опять же, нужно заплатить. Потом опять-таки идешь куда-то с ребенком, тебе снова нужно заплатить. У нас каждый выход из дома – это постоянные затраты. Ну и говоря о затратах, сюда вход тоже платный. Ну, слава богу, недорого. Ну, ты хоть понимаешь, что ты платишь за то, чтобы вот это все содержать в чистоте, в порядке. Ну, как бы за чистотой должны следить сами посетители, но все-таки порядок тоже. Я о том, что, видите, все очень облагорожено, и те же мусорки поставить, биотуалеты и так далее, и так далее. Ну, не знаю, у нас сейчас по воскресеньям очень часто все магазины закрыты. И вот ты приходишь там в ближайшее кафе, ребенок кричит, хочу пить. Покупаешь воду, блин, за 1,5 евро. И как белка в колесе, ты понимаешь, что тебе постоянно надо спешить, 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 потому что нужно заработать. И, наверное, так всю жизнь. Поэтому нужно не только зарабатывать, но еще и тратить на отдых. Только вот
на качественный отдых. Я не говорю о том, что нужно выбирать самый крутой all-inclusive, а просто хотя бы, знаете, иногда отключиться и поехать куда-то на природу. Вот. Вроде как горка небольшая, и уже иду, но все равно я хорошо одета, не слишком жарко и не холодно, чтобы я не простудилась, так как последние 2 недели я что-то как-то вообще не могу выкарабкаться из своей простуды. Уже все гораздо лучше. Я, во всяком случае, знаете, себя чувствую по-другому. Вы извините, что я так иду и не смотрю в объектив, но трасса такая, что можно так навернуться с этой камерой и даже без. Вот смотрите, мамочки с коляской. Там в коляске 2 детей. Между прочим, такие коляски можно взять в аренду. Вовсе не обязательно их покупать. Вот первая цель нашего маленького путешествия. Это небольшой костел в горах. Кто-то останавливается здесь и потом возвращается, но мы пойдем дальше. Здесь вот есть ступенечки вниз, но мы шли другой дорогой. Более тернистый. Тернистый путь. И зимой здесь не очень прикольно. Я помню, что когда-то даже на попе съезжала, потому что было так скользко. Вот сюда кладется денежка. Это как бы пожертвование. И можно взять себе горячий чай. Сюда люди приходят даже зимой, когда очень холодно и лед. И поверьте мне, что никто не отказывается от теплого чая. Конечно же, я направила второй. Вот смотрите, идешь час с копейками, и перед тобой открывается такой вид. Это то, в чем я сегодня нуждалась. Очень-очень красиво. Посмотрите, вот там какой-то домик. Прям так атмосферно, да? Очень много людей. Многие с детками отдыхают. Лавочки, столики сделаны. Ну, все для того, чтобы люди могли присесть, знаете, нормально покушать. Тоже здесь есть по дороге туалеты. Все удобства. У меня захватило дух, и больше нет слов. Наверное, на этом я буду заканчивать свой влог на сегодня. Хочется немножко отдохнуть, посидеть, подумать, понаблюдать за малышами, что они тут вытворяют. Им очень нравится. Все, всем спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам было интересно. Пока-пока.